Друзья, всем привет! С вами Анастасия Нифонтова. Сегодня я хочу вам рассказать про короткие перчатки бренда LS2. Немногие знают, но бренд LS2 – это китайский бренд, который переехал из Китая в Европу. Центр разработки и дизайна находится в Барселоне, в Испании. И это, в общем, заметно по качеству изделий и по их дизайну. Передо мной сейчас две модели. Это перчатки Spark. Более такие спортивные, агрессивные перчатки. Они отличаются тем, что у них защита косточек карбона кевларовая. Есть вставки на пальцах уплотнители. Здесь резиночки такие, которые выполняют, в общем-то, защитную функцию и в то же время функцию таких воздухозаборников. То есть, когда вы едете на мотоцикле с большой скоростью, вот сюда, по идее, попадает воздух, и пальцы ваши охлаждаются. Тоже частично вшита перфорированная кожа, чтобы лучше кожа дышала, ваша кожа дышала. Здесь тоже палец с перфорированной кожей. На ладошке уплотнители в самых необходимых местах, там, где обычно перчатки рвутся при падении. И здесь я заметила очень интересная штучка. Выдавлено название бренда LS2, и такое ощущение, что туда тоже что-то плотное вшито дополнительно. То есть это как и часть дизайна, и элемент защиты одновременно. Что очень полезно, в этих перчатках есть функция тачскрин. На пальце, здесь, если присмотреться, видно значок тачскрин, и вы можете, не снимая перчаток, совершенно спокойно работать с телефоном. Это очень полезно, потому что летом особенно все время снимать, надевать перчатки, если они сидят плотно на руке, это неудобно. И перчатки есть, вот эти вот спортивные перчатки, они есть в двух вариантах. Есть чисто черные, тут небольшой красный, небольшая красная вставочка, и такие более яркие с белой вставкой. Кожа из кожи коровы, в общем-то, быка, я не знаю, как там уж определить. В общем, крупный рогатый скот. Хорошая отделка, очень мягенькая с одной стороны, с другой стороны она прочная. И я думаю, что будут достаточно ноские перчатки. Удобная липучка здесь для того, чтобы регулировать размер. Можно было плотно затянуть. И чтобы перчатка здесь хорошо облегала руку. Такая вот модель для спортивных мотоциклов, стритфайтеров, не знаю, супермото. В общем, все, что по дизайну подходит, везде можно использовать эти перчатки. И есть такая модель винтажная. Она, конечно, не отличается большим уровнем защиты, потому что здесь исключительно только вшиты такие мягкие элементы. Кожа перфорированная снаружи коричневого цвета, и внутри тоже такие мягкие вставочки. Это уже овечья кожа, она более приятная на ощупь, такая мягенькая. И здесь тоже очень дизайнер интересно сделали, вроде бы как будто закрывается на кнопочку, вот эта лямочка, но на самом деле это липучка, и вы тоже ее можете регулировать по размеру вашей руки, как вам будет удобно. Потому что с кнопкой, если было, было бы только возможность закрепить ее в одном размере, а здесь можно регулировать. Но снаружи кажется, как будто это такая кнопочка, и смотрится очень стильно. Такие перчатки выпускаются, собственно, как эти, так и эти. Они выпускаются в широкой размерной сетке от размера S до 3XL. То есть люди даже с очень большой рукой могут подобрать себе перчатки по размеру.